Всем привет! Снова я в лесу, Осикеевский район. И вот что я нашел. Вот смотрите, какие они красивые. Умопомрачительно просто красивые грибы. Ну и как всегда, я немножко не знаю, что это такое. И будем потом опознавать, что называется. Ну что-то древоразрушающее. Вот. А как оно называется? Ну, это мы потом, я надеюсь, мои подписчики мне подскажут. Может быть, с них материал возьму, больно уж какие-то они красивые. Ну и мицелий, может быть, конечно, что-то с ним. Если это съедобное, буду что-то с ним дальше делать. Смотрите, какая красота, ну вообще, обалдеть. А он еще на солнышке так прям вот очень должен красиво смотреться. Ну, вообще, я, конечно, не за этим. Я тут сейчас... Здесь очень много в лесу грибов, очень много разных, я ничего не собираю. Ну, в общем-то, я сейчас за эксклюзивом, за всяким разным. Ну, точнее сказать, вот мухомора еще. Ну, может, кому-то глупо покажется, может, еще что-то. Ну, мне так не кажется, потому что мухомор лечит в районе 200 заболеваний. Ну, и вот как-то вот так. А у меня постоянно броски с давлением, что называется, то вверх, то вниз. Точнее сказать, вниз чаще. Ну, в общем, меня это замучило окончательно. Таблетки не помогают. Вот пытаюсь что-нибудь найти подобное. Буду искать, найду, еще поснимаю. Еще какие-то грибы нашел. Неизвестные для меня совершенно. Их тут очень много. Очень много, огромное количество. Куда ни глянь, везде вот они. Тоже вопрос к подписчикам, что это за зверь. Очень любопытно. Смотрите, какой красивый нашел. Вот если бы еще вот это было съедобное, было бы совсем хорошо. Выглядит он прям вот прекрасно. Прям как настоящий гриб, прям какой-то такой тяжелый, мясистый. Ну, будем надеяться, что не ядовитый. Так, кто у меня тут сторожило есть со мной, он все знает. Расскажет. Ну, я ему, наверное, все и отдам, пусть ест. Он уже, как говорится, дядька взрослый. Если что случится, не так страшно. Ребята, я нашел! Я нашел его, ё-моё! Один, правда? Но я его нашел, черт побери. Смотрите, какая красота. О-то-то-то-то-то-то. Ты моя прелесть. Вылезай. О, какой. Вот это я понимаю. Вот это вот. Вот это грибочек. О, ребята, я еще один нашел. Смотрите, да не один. Тут их вон сколько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Аж целых несколько. Ладно, все, буду собирать, пока у меня времени мало. Буду бегом все делать. Складывать в пакетик. Ребят, тут столько грибов разных. Вот помогайте мне опознавать. Называется. Вот немножко мухоморов насобирал. Чуть-чуть. Как говорится. Вот еще какие-то, смотрите, какие растут красивые. Знать бы только, что это за грибы. Ну ладно. Как говорится, вскрытие покажет. Вот еще какой-то. Смотрите, какой большой. И даже вроде бы и ничего. И без червей вроде. Ну, это уже, наверное, что-то переросшее. Понятия не имею, что это за гриб. Так что, ребят, давайте. Проявляйте инициативу. Объясняйте мне неразумному, пожалуйста, что это такое. Ну, его это порезали. Один порезали. Смотри. Он, по-моему, староватый, да? Да эти они все староватые. Они вон какие уже. Это дело не в этом, красивый. А что, ты их не делаешь ты сейчас? Не знаю. Кренчим староватый. Ну да, подумаешь, сушеный. Типа, опа. Сейчас, здесь пока положи, сейчас вернем, сейчас. Не знаю, съедобны только они или нет. Из дерева торчат. Древо разрушающее, а насчет съедобности хрен его знает. Надо вот, я говорю, испытать на ком-нибудь. Жалко вот, это нет такого человека, который бы героически прям взял и съел там. Какие?
Потом их там собирают, эти большие вкусные. Ой, да хрен их тут знает, тут вот, их миллион вот, разных. Вот они. А, вот эти да. Вот какие-то другие. Вот красоты полно, полный лес. Я уж не собираю все вот это, не знаю, съедобно оно или нет. Ну, я насколько знаю, что оно должно быть съедобное, оно вроде как. Ну ладно, поэтому наверх сейчас. По виду оно. Смотрите, какая красота, ребят, куда мы приехали. Я так думаю, что здесь что-то такое должно расти. Сказочное просто. Может. Здесь есть еще кабаны есть. И кабаны, да. Кабаны, а здесь и лось. Как бы не стать мором кабану. Вот но мы с ними не будем обниматься. Кабаны, лоси. Ладно, мы же желаем, не желаем. Может, не съедят нас сразу. Да, ну, чтобы с нами она не обнимались. Я первый раз здесь смотрю вообще. Нормально, да. Сейчас там, смотри, какой-то ручеек есть. Речушка. Здесь по-любому влагость большая, да. И, наверное, что-нибудь растет. Да, поехали вот здесь, посмотрим. Мы сейчас в горку залезем, ага. И потом уедем. Ну да. Скоро уж стемнеет. Ё-моё, как бы успеть чего? Нашурудить-то. О, в принципе, здесь стояночка прям самая та. Смотрите, ребят, что нашел. Вообще непонятная какая-то субстанция. Мы оторвали вот сейчас. И она вся расшипалась, как какао, что ли, какое-то. Смотрите. Видите, как она рассыпалась? Вот такая вот фигня. Это все споры. У меня руки вон все этой фигней. Теперь сейчас он во мне прорастет и, ну, попрощаюсь заранее, что называется. А не буду ни хрена. Я оптимист, может, и помру. Ну да, хоть руками возьмем, да? Ну конечно, вон вешенка. Ты чего? Вешенки обалдели. Вон еще вешенка. Вот эти точно такие, у меня культура вот этой вот есть точно. Вот это вот не знаю, ну похоже. Но вот так, как прям у меня, точно такая же. Можно будет навыращивать. Скажи, вот сосновый лес приехали. Сейчас будем смотреть, что здесь растет. Но мы уже были в березовых таких вот небольших, как их назвать, не рощи. Такие клочки, острова, грубо говоря. Как назвать, даже непонятно. Ну и вот сейчас сосновая у нас. Как говорится, эпопея пошла. Не знаю, под конец дня. Сейчас уже солнце скоро сядет. Успеем мы что-то здесь найти, не успеем. Просто очень любопытно. Много грибов, очень много в этом году. Точнее сказать, я вообще вот так никогда не попадал даже, что просто вот куда ни ткнись, везде грибы. Очень интересно. Я говорю, вот знать бы, что это за грибы тут. Они везде, вот прям абсолютно везде. Опять-таки непонятно, какие грибы нарвался. Смотрите, как их здесь много. Юбка есть. На ножик. Похоже. На что похоже? На пантерный мухомор похоже. Я, правда, их в глаза не видел. Сам лично не собирал, поэтому я не знаю, что это такое. Так что, опять-таки, подписчикам канала просьба посмотреть, определить, что это такое. О, народ, смотрите, какой нашел. Ну, что это такое? Вешенка? Вешенка. Прям с дерева сорвал. Какая-то странная, немножко по виду, но там они все такие. Нога немножко вытянутая, чуть-чуть. Вот, но их там много. Вот смотрите, сколько делов всяких. Всяких всевозможных. Вот еще смотрите, какие грибы. Это что? Они какие-то, да, это те же самые. Они какие-то розового цвета. Ага. Вот такие вот. Что это за грибы, тоже мы не знаем. А вот это? Ну, вот еще какие-то. Но это, наверное, просто старый гриб тот, который у нас мы понабрали желтых вот таких. Не, это другой. У него тело толстое. Усица, а то нет. Фиг и знает, в общем, от чего умрем. Видишь, у него тело. Она не старая, видишь, у нее тело плотное. Не знаю. Усица. Ну, был что покушать у него там, вот он нажрался, наверное. Да.
Ну, гриб, мицелий сам.